Сейчас разгар грибного сезона, поэтому на завтрак мы приготовим пикантные грибные оладьи. Для их приготовления нам понадобятся лисички, крабовые палочки, крахмал, яйца и пучок лука. Лисички хорошо промываем, высушиваем и мелко нарезаем. Берем крабовые палочки, нарезаем их примерно так же, как грибы. Зеленый лук моем, сушим и мелко рубим. Перемешиваем грибы, крабовые палочки и лук в миске. Полученную массу солим и перчим. Добавляем 2 ложки крахмала, замешиваем до однородности. На получившийся объем добавляем 3 яйца. Грибы и лук выделяют сок. В итоге должна получиться масса консистенции жидкой сметаны. В сковороде разогреваем растительное масло и жарим на нем оладушки. Примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Получается сытно, ароматно и невероятно вкусно. Подать можно с обычной сметаной или потратить чуть больше времени и приготовить на ее основе соус, добавив мелко нарубленную зелень и чеснок. Спешите попробовать, пока лисички можно еще найти на рынке или в лесу. Вкусный завтрак – залог успешного дня. Приятного аппетита!